Ну что, попробуем формат на вытянутые руки, что в кадре тяжело. И сегодня приветствую вас, мои дорогие любители Азии. Я пришла не на что-нибудь, а на 20-летие одной из корейских бибойских крю. И сегодня я постараюсь вам это все показать и погрузить в эту замечательную атмосферу корейского андерграунда. Готовы? Тогда поехали! Давайте поспрашиваем. Что это? Какая ленза? Это широкая ленза. Это... Чем мари иная? Да? Ныкими оттая? Ныким. So amazing. So amazing. Кром. Фью. Ныкими оттая? 그냥 그래. 그냥 그래. 그냥 그래. 아, 무겁다. 떡지 마요. Очень много старых бибоев, в разряд которых входит этот замечательный человек. И постараемся у кого-нибудь еще спросить впечатление. О! 일로 들어오면 주차할 데가 있나? 아, 소리. 그것도 빠져. 늦는 게 어때요? 그러니까. 늦는 게 어때요? 네, 죄송합니다. Ну, толпа там зачетная. Ребята, чтобы вы понимали, это старые бибои. Это люди, которые, в принципе, были прародителями многих молодых и сейчас восходящих бибой-звезд корейской эстрады. Так что, ребята, респект этим людям. Потому что 20 лет – это сильно. Нет, ну, конечно, есть те, которые и 30, но здесь их пока нет. Показать не могу. Вот так. My beard? Ага. Sexy. Кипо? Ну, кипо. Омчон кипо? Да, да. Чарэссэйо. Нига чарэссэйо, да? Как им, чогымто, юнаре катын чигэйо сыр конде? Чинча ирюке как им? Юнар тигонан долауча ана, ному хиндиро, окей. А, камо, халсы идти. Ты понимаешь, что левая рука у тебя сильнее, потому что, блин, волейбол так играла. С этой руки. Ну что же, часть вторая, отборочный и еще более сильное погружение в чувства. Если вы все еще здесь, значит вам понравилось, а значит это лайк. Не забудьте подписаться на все остальные мои замечательные смс, потому что, ребята, это мультикультурный канал. Черт вас побери.
됐지. 대박이지. 오심, ухи мои заложила. Я надеюсь, вам понравилось небольшое погружение. Все-таки это круто. Я еще попробую что-то где-то поспрашивать, но если вам понравилось такое погружение, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на мой мультикультурный канал и передать привет ребятам, если что, они понимают английский, корейский, все. Так что до новых встреч и пока-пока! Я отвернусь. Напа! Он все напа.